неплохо выступают они в этом сезоне. Дважды были серебряными призерами на этапах Гран-при в США и в Китае. В финале Гран-при заняли 4-е место и совсем недавно стали бронзовыми призерами чемпионата 4 континентов. Кстати, на этом самом чемпионате установили свой новый личный рекорд в коротком танце 69,65 балла. Вот это такой результат, очень близкий к тому результату, который показали Ильиных и Жиганшин. Вот их-то мы при случае и можем обойти. Вот только сейчас появилась окончательная оценка 36,11 балла. Да, и похоже, что и у них все шансы обойти Ильиных и Жиганшина. Тут все будет зависеть от оценок за компоненты, потому что в технической оценке они, похоже, выигрывают у Елены и Руслана. Да. Превосходно готовы к этому чемпионату лидеры мировых танцев на льду. Вот еще один дуэт. И похоже, что они сейчас близки к тому, чтобы обновить свой недавно установленный рекорд в короткой программе. Высоко оценили арбитры их компоненты. Оценка за хореографию 8,6. Это самая высокая оценка. Конечно, хороши были брат и сестра Шебутани. Также лучшую свою короткую программу выдали Капеллини и Ланотте. Но все-таки Мэдисон Чок и Эван Бейтс были, безусловно, лучшие пока. И вот сейчас, чем им ответят на это лидеры сезона, вот до сегодняшнего дня, лидеры сезона, конечно же, канадцы. Кэтли Уивер и Эндрю Паже.
которые выиграли свои этапы гран-при, выиграли финал гран-при, выиграли чемпионат четырех континентов. Ну, им сейчас так. 69,32. Я даже сейчас не совсем понимаю, как это получилось, но потом поймем. Дело в том, что Майя и Алекс в итоге уступают. Уступают просто какой-то мизер. Совсем немного.